Драматический театр в этом году, в этом сезоне театральном отмечает свой юбилей. И поэтому мы посвящаем эту историю нашему юбилею, нашему новому спектаклю «Предпремьерная история». Мы вышли из театра и начали наше путешествие в улице Рубинштейн. И мы не случайно выбрали это место, потому что оно знаковое, оно как бы вот предопределяет начало этого спектакля, оно как бы наискосок, и в то же время как будто мы в театре находимся. Вы наши самые любимые, самые первые зрители, которые откликнулись на нашу первую читку. Поэтому мы очень вам признательны. И в то же время, я думаю, вы самые счастливые, потому что вы получите сегодня шикарный большой подарок к Рождеству, к Новому году. И мне кажется, что самое интересное, то, что актерам, и актеров это тоже интересно, потому что это первый раз. Большой привет от Дины, которая переписывала с Яной, я так называю, без фамилии, потому что у нас сегодня такая домашняя история. И мы сознательно это делаем, мы это делаем не у себя в театре, а у наших друзей, потому что это как бы ну, такой домашний очаг, у которого мы собрались и хотим прочитать те самые отрывки из книги. Вот она в руках у всех актеров, видите, это книга Дины Савитовой, «Где нет зимы». Вы можете потом эту книгу приобрести, я думаю, у нас в городе, но самое главное, вы сейчас услышите от тех, кто занят в этом спектакле, те отрывки, самые драгоценные моменты, которые не вошли в спектакль. И таким образом вы являетесь зрителями самыми эксклюзивными, которые услышат то, что не услышат те, кто потом придет на спектакль. Представляете, как это интересно? И сейчас звучала музыка, это тоже не случайно, это колыбельная, которая была написана на свете еще автор всех этого спектакля, это соавтор Яны Туминой, Анатолий Паньер. Он написал всю музыку к этому спектаклю. И вот то, что сейчас прозвучало, это вы не случайно находились в этом атмосфере этой колыбельной, она как раз из этого спектакля. В детстве у меня была книга про Алису в Зазеркалье. Я ее перечитывал, наверное, раз 10. У нас в проходной комнате стоит старый шкаф с секретером. Дверца секретера откидывается, превращается в столик и становится виден встроенный шкафчик для бумаг и книг. А дальняя стенка этого шкафчика – зеркало. Чтобы взрослому заглянуть в него, надо или наклониться, или сесть за откидной столик. А я, когда маленький подходил и заглядывал туда, сразу видел свое отражение. И мне всегда казалось, что там просто отверстие в другой мир, в котором живет другой Паша, в котором стоит очень похожая на нашу, но другая мебель. Думать об этом было интересно и немного жутко. Я знал, чтобы туда попасть, надо залезть в секретер и закрыть за собой дверцу. Если постараться и закрыть дверцу совсем плотно, чтобы не проникал ни один луч света, то в полной темноте можно незаметно провалиться сквозь зеркало в тот мир. Вот только дверца секретера плотно никогда не закрывалась. Ручка оставалась снаружи, изнутри уцепиться было не за что, так что я привязывал веревочку и тянул за нее. Только все равно, кажется, закрыл дверцу плотно, а все равно щелочка светится. И в зеркале видно, как я, скрючившись, тяну на себя изо всех сил эту дверцу. Потом меня осенило, надо залезть в секретер ночью, когда света совсем мало. Но сделать этого я не решился. Испугался другого Паши, который уже живет там. А потом я незаметно для себя вырос. В секретер было уже не поместиться. И когда я вырос, то однажды поймал себя на мысли, что теперь окном в другой мир мне кажется готовый к работе холст. Я представлял, как протягиваю к холсту руки, и она проваливается сквозь него в другой мир, и я могу разбежаться и прыгнуть туда, там. Но как только на холсте появляется хоть крошечное пятнышко краски, все, он становится просто плоской поверхностью, тряпкой, натянутой на деревянную раму. У бабушки в углу три манекена.
на три разных фигуры. Дуся, самая старая. Спасибо большое. Итак, Дуся, самая старая. У нее уже и швы все вытерты, и на животе заплатка. Бабушка ее на помойке нашла. Редкая удача. Тогда после войны портновский манекен никто так запросто не выбросил бы. Но Дуся уже и в те годы была ветхая. И подставка у нее отломалась, а главное, кто-то вспорол ей живот. Так что начинка из нее сыпалась. Бабушка Дусю домой отволокла, помыла, живот заплатала. И кто-то из бабушкиных знакомцев подставку новую смастерил. И стала ветхая Дуся у бабушки жить, в креп-жаржет и фейдешин наряжаться. Люся. Люся шла в соседнем ателье под списание. Ателье закрывали, и директорша его предложила бабушке забрать старый манекен. С этой директоршей было совсем смешно. Она на саму себя у своих мастеров не шила, а носила все к бабушке. Ателье было передовое, молодежное. Швей туда брали сразу после училища. У них то собрание комсомольское, то субботник. А шили. Бабушка говорила, ну, шили так себе. На нестандартную фигуру шить даже не брались. А бабушка бралась, и директоршу, даму внушительной красоты, весом в 120 кило, обшивала так, что нигде не морщила. Она у меня как картина ходила. Батальное полотно, 8×7, смеялась бабушка, вспоминая ту дарительницу манекена. Нюся. А Нюся молоденькая была. Ее продавали на рынке. Ой, характер Нюси мне понравился, рассказывала бабушка. Стоит скромненько, так молчит, на меня искоса поглядывает, а я чую, куда клонит. Возьми меня, мол, думает, возьми, вон я какая красавица. Шур, ну что ты глупости говоришь? Смотрит, думаю. Она же без головы у тебя, возмущался я, когда был маленький. Сам ты без головы, Борька. Ой, бываешь порой. Эх, что бы ты понимал. Бабушка очень серьезно излагала девочкам историю своих барышень. И теперь я насчет всей этой глупости помалкивал. Теперь я с Шурой согласен. Дуся, Люся и Нюся, конечно, собеседницы плохие, но характеры яркие. Я стою у стеклянной стены, которая выходит на площадь. Стекло холодное, и лоб от него тоже становится холодный. Я несколько раз трогаю то лоб, то щеку. Щека горячая, а лоб стал как ледышка. Я вспоминаю вот что. Мама с соседкой стояли у калитки, а я тихо подошла со двора и вдруг услышала. Они говорят обо мне. «Ну, как же можно не взять Гуль на похороны?» — вздыхала мама. «Она уже большая и бабушку любила. Куда я ее дену на это время и как объясню?» «А я вот моего Серегу взяла в церковь на отпевание и на кладбище потом, и он вроде бы ничего, а ночью вскочил и реветь. Да как реветь? Весь трясется, ничего не слышит». Месяц потом так скакивал. Я ему травки начала заваривать. Он все реже вставал. 100 раз потом все прокляла. Дура, зачем было? Я знаю, что бабушка умерла. И мне хочется понять, как это. Меня подводит к чему-то большому. Прямо у меня перед глазами деревянный край ящика. Внутри там все высокое и белое. Там должна быть бабушка. Это ее руки с пятнышками, они сложены одна на другую. Бабушка держит свечку. Я поднимаю глаза, чтобы заглянуть ей в лицо, но вижу только острый нос и тонкие какие-то незнакомые губы. Не похоже, думаю я. И тут кто-то берет меня сзади за локти и приподнимает. «Поцелуй бабушку!» Шепчет мне этот кто-то прямо в ухо. Я закрываю глаза, и на меня надвигается что-то очень холодное. Мне кажется, что с той стороны дует тонкий ледяной ветер. Зимой так дует от окон. У бабушки не может быть такого холодного лба. Так что теперь я трогаю свой лоб и щеки и думаю, а щеки-то теплые. Я же никогда не умру. Мне Паша сказал.
никогда в жизни не видела девочек, остриженных наголо. «Ты девочка или мальчик?» – спросил Паша, когда ее увидел. «Сейчас как дам», – пообещала ему стриженная. «Мы все сидим за одним столом. Столовая большая, а нас почему-то мало, всего 10 человек. 4 совсем больших девочки, какие-то маленькие мальчики, Паша, я и эта стриженная. Она появилась утром, сразу пришла на завтрак. Нас кормят гречневой кашей, сосиской и какао с молоком. Каша недосоленная, так что я ем сосиску и пью какао. Остриженная съедает все и закусывает 2 ломтями хлеба, посыпав их крупной солью. До сих пор вторая кровать в моей комнате была пустая. Я спала одна, большие девочки живут где-то в других комнатах и, кажется, в основном строят глазки Паши, а на меня вообще ноль внимания. Я не хотела никому говорить, что мне страшно спать одной, просто попросила, чтобы нас с Пашей поселили вместе. Но воспитательница сказала, что так нельзя. Весь день вместе можно, а жить девочки и мальчики должны в разных комнатах. Я не знаю, как зовут воспитательницу. На самом деле их тут не одна, и они все разные, молодые и старые. Но я специально не смотрю ни на кого. Я не хочу запоминать, как кого зовут. Мы же тут ненадолго, зачем привыкать? Мама скоро найдется и нас заберет. После завтрака стриженная девочка идет со мной в комнату, забирается на пустую кровать и начинает прыгать на ней, как на батуте. Кровать скрипит и шатается, а стриженная болтает без умолку. «Меня Юшка зовут. Ну, Юля, поняла? А лучше Юшка, ага? Ты тут давно? Я тебя не видела раньше. А я тут 3-й раз, поняла? Ну, ничего, воспиталки нормальные. Только нету сейчас никого. Народу, говорю, знакомого нету. Наши все, ну, кто тут бывает? Все при делах, все что? Лето же, вот так. В тот раз мы тут в этой комнате с Ленкой жили. Ленку знаешь? Ленку, ворону. Ну да, я поняла, ты никого не знаешь, ты же новенькая». Она смешно говорит. Неправильно. Надо говорить «поняла». А Юшка говорит «поняла». Можно ее поправить. А еще можно спросить, почему Ленка ворона? У нее это прозвище или фамилия? Если прозвище, то, наверное, это Ленка черненькая и с длинным носом. Но я молчу, просто сижу и смотрю на Юшку. Я же тут ненадолго. Зачем мне знать про эту Ленку? Я и не увижу ее никогда. Юшке ей не надо, чтобы я говорила. Она продолжает трещать. «Думаешь, при чем тут лето, да? Так тепло же! Бегунов вообще не ловят. На них летом никто даже внимания не обращает. Из людей никто. Ну, из народа, который по улицам ходит. Вот зимой там, конечно, не побегаешь. Сразу кто-нибудь жалостливый найдется, остановит, спросит, что ты тут одна делаешь? Может, ты бродяга или вообще бомж? Да и хорошо, холодно же зимой-то». Юшка шмыгает носом. «Прикинь, я однажды от мамки сбежала в феврале. Ну, мороз, так я в магазинах грелась. Но жрать же охота, поняла? Поняла? Стою у киоска, говорю дядьке одному там. Он сигареты покупал. Говорю, дядь, дай 10 рублей. Он меня схватил тут же и к ментам, ну, в милицию. Я думаю, когда он меня потащил, испугалась. Может, псих какой-то. Только орать собралась. А тут менты, прикинь, говорят, ты откуда? Ты кто? Адрес давай, фамилию. А я ж не дура какая, чтобы к мамке возвращаться. Мамка еще разозлится, что я сбежала. Я молчу. Они ничего не узнали, ну и сюда меня. Да ничего, ну тут как раз пожрать можно было нормально, и девчонки. Мне становится немного интересно, зачем Юшка убежала из дому, тем более зимой, когда холодно. Вот я тогда со всеми и познакомилась, с Ленкой, с Катюхой Толстой, ну, ты не знаешь. Ленка от нас недалеко живет, мы с ней, когда нас домой отправили, виделись потом. Она прикольная, у нее родители, знаешь, кто, ни за что не угадаешь, цыгане. Ну, цыгане, ты что, никогда не слышала? Они детей воруют и гадают здорово. Ленка нам всем по руке гадала и на картах, карты нам большие пацаны дали. И вот Ленка говорит, всем вам, девки, казенный дом. Ну и там про любовь еще говорила, но это секрет, поняла? Юшка плюхается на пузо и лежит, отдыхает от прыжков. А Ленку все время на улице ловит. Она ходит, денег просит, гадает, и потом ее отсюда свои забирают. Такая толпа подваливает, все в юбках, все с такими косами длинными, черными. Цыганки, поняла? Бабушка моя пела про толпу цыганок и кибитку кочевую. Я думала, что все цыганки уже умерли тогда, когда Пушкин умер, 200 лет назад. И их предводительница, кибитка кочевая, тоже умерла. А оказывается, какие-то цыганки еще есть. Может, и кибитка кочевая где-то есть тоже.
А меня тут подержит и домой отправит. Мамка там, ну, где тетки из опеки сидят, полы моет. Уборщица у меня мамка, поняла? Тут у некоторых родителей вообще непонятно кто, только пьют да колются. А у меня мамка иногда ничего бывает, поняла? Она поплачет, меня ей вернут снова. Они, конечно, грозятся, что прав лишат, а меня тогда в детдом. Но это просто так, это они пугают. А сейчас меня на вокзале поймали в электричке. Я покататься хотела, а тут контролеры кричат: чей ребенок, ну и замели меня. А у меня, прикинь, температура. Ну вот в больницу меня, значит, там обрили козлы, говорят, так и надо. И потом уже сюда, а тут никого наших и нет. Ты только вот и есть. Юшка вздыхает. Хотя ты ничего, девчонка. Только что, что-то такая черная-то, а? Может, тоже цыганка? Нет, не цыганка, а кто тогда? Нет, точно не русская какая-то. У тебя мамка где? В общем, с Юшкой было нормально. Она все время болтала, а я кивала и помалкивала. И так прошло несколько дней. Каждое утро я просыпалась и думала: наверное, сегодня мама найдется, и мы пойдем домой. А Юшка говорила, что не хочет домой, а хочет просто на волю. Голоса были незнакомые. Воры или опять государственные тетки? Так кем вы им, Люба, приходитесь? Деточкам? Ой, как тут разберешься? Троюродная тетка я им. А то четвероюродная, что ли. Александра Васильевна, покойная моему отцу, двоюродная сестра была. Вот и считайте. Ну, стало быть, не близкая родня вашему забору двоюродный плетень. Документы у вас есть какие-нибудь про это? Да говорю вам, Соловьева я по отцу. Вы меня подозреваете, что ли, в чем? Я, можно сказать, святое дело задумала, грех вам подозревать. Не близкая родня, не близкая. Да ведь жалко сироточек-то. Бог велит сироток пригревать. Ой, я как узнала, все сердце у меня зашлось. Как же тут деточки одни? Все же родная моя кровь. У задней двери, там, где никто никогда не входил, топтались, судя по глазам, двое возили замком. Ключи запасные от обеих дверей у меня. Шура сама дала, через крыльцо мы бы все равно не прошли. Там ведь запечатано все милицией. А эту дверь уж 10 лет, почитай, не открывали. Вот дров тут навалили, милиция, небось, ее и не увидела. Не то, тоже бы запечатали, только все равно нехорошо. Так про ключи же никто не знает, что они у вас. Да вы не волнуйтесь, Лариса Михайловна. Я ж вас отблагодарю, и вы ничего не видели, ничего не знаете. Я ж не то, что из дому, что тащить, упаси Боже. Все сироточкам, все ихнее. Да вы сами со мной пройдите, посмотрите, вам и спокойнее будет. Просто надо мне глянуть. Ну, что там в домике и как? Я вот опеку на деточек оформлю и приеду с ними жить. Дом-то ведь, получается, мой. Ну, а тетки моей наследственные, если по совести. Ну, по закону, может, оно и не так. А по совести? Тетка Люба – женщина с цепким взглядом, тонкими крепко сжатыми губами и длинным носом. Прошлась по всем комнатам, постучала по всем перегородкам, заглянула в шкафы, сунула голову в печь. В каждой комнате она становилась посерединке, крутила носом туда-сюда и зачем-то начинала прыгать. Бух! Бух! Половицы скрипели. Я даже начала опасаться, как подломится под ней доска, так и конец попрыгунье. Провалится под пол и будет там жить с мышами. При этом с лица тетки Любы не сходило выражение сосредоточенности, будто она проводит важные испытания. Так и оказалось. Пока соседка, причитая, возилась с поливкой из запыленных алоэ и аспарагусов, тетка Люба села в бабушкино кресло как раз напротив меня, посидела, одуваясь и обмахиваясь газетой, и сказала сама себе: «Ага, сама себе, ну я-то ее слышала». «Ой, слава Богу, своими глазами посмотрела, развалюха, не приведи, Господи, полы ходуном ходят, из окон дует, нашли тоже дуру, воду на горбу таскать, печку топить». Я-то думала, правда, дом, а тут без удобств, без ничего, и земля под домом все равно ихняя, сиротская. Это значит что? Это значит, я их расти, и я в трущобе этой мучайся без горячей воды да с дровами, а потом меня пинком под зад? Вали, мол, от нас, тетка, выросли мы, землю продадут, квартир себе понакупают, сами будут в шоколаде, одна я со своей доброй душой в дурах. Хорошо удумали, нет уж. Небось, не пропадут без меня. Государство у нас богатое, всех кормит, всех напоит. Был бы еще дом, ну вот, ну тогда куда ни шло. Нет, нет. Счастье, что с дуру не согласилась. Тетка Люба задумчиво покрутила золотой кулончик
скорпиона. На второй цепочке, чуть пониже, у нее висел блестящий и тяжелый золотой крест. И пропела, вставая с кресла, голосом в два раза более сладким, чем в начале. «Спасибо, Лариса Михайловна. Пойдемте, я все посмотрела». «А дети-то? Там как? Вы видели их?» «Ой, видела бедняжечек, конфеточек им отнесла», — улыбалась тетка Люба, оттесняя соседку от двери. «Только вот не знаю, ну, сумею ли документы собрать, отдадут ли мне племяшей-то? Так все сложно у них, так все непросто. Ну, даст Бог, все устроится в лучшем виде». Снова поклацали ключами в замке, стало тихо. «Значит, все? Мама Гули, Паша уже не придет. Иначе тетка бы не говорила про них. Сироты». День вообще получился какой-то суматошный. Попили мы чай, пообедали, и тут все стали приходить. Сперва Юшкина мама. Юшку позвали в холл, и я с ней пошла. Делать-то все равно нечего. А там сидит женщина. Волосы белые, длинные, ногти перламутровые, на ногах туфли с каблуками, красивые. Только лицо красное. Юшка ей говорит: «А, мам, привет!» А ее мама плакать начала: «Юленька, доченька, я по тебе соскучилась». И пакет Юшки сует с яблоками и грушами. Мне стало неудобно, и я поскорее ушла. Юшка вернулась быстро, мрачная, и говорит: «Мамка переживает. Говорит, самый-пресамый последний шанс ей дают. И то неизвестно теперь. Ее хотят прав лишить. Ну, чтоб она мне как бы не мамка была. Поняла?» «Ничего я не поняла. Как это, чтобы мама не мамка?» «Меня когда с поезда сняли, я адрес свой не сразу сказала. А потом сказала, и они пошли к нам домой. А мамки и папки нету. Они уехали к дяде Вите на дачу. У дяди Вити день рождения было, вот мамка и папка с ними и праздновали. И рыбу ловили, гуляли, в общем. Поняла? 2 недели гуляли, или 3. Теперь ей говорят, как же вы своего ребенка бросили, и даже не интересовались, где он и с кем. А мамка же знает, я не пропаду. Ну и вот за это их с папкой хотят прав на меня лишить, козлы. 3 недели без мамки нельзя по-ихнему, а всю жизнь можно, что ли?» «Так ты сама из дома убежала?» «Ну, сама, и что? Хочу – убегу, хочу – назад приду. Все же дом, мамка, папка, все как у людей, а в детдоме никакой тебе свободы. И потом, я-то нигде не пропаду, а вот мамка без меня скучать будет». Тут вдруг Юшка спохватилась: «Это ничего, что я про свою мамку тебе жалуюсь? У тебя же теперь мамки вообще нет». А я ей говорю: «Пошли с Барби играть». Как будто она в кино снимается. Мы сидели с Юшкой, играли в куклы. Вернее, Юшка играла. Кормила Барби, причесывала, летала с ней на самолете. А я в это время делала ей из картона кроватку. Барби оказалась такая длинная, что кроватка под ней никак не хотела стоять. Прогибалась, как гамак. И тогда я придумала приклеить посередине еще пару ножек. Мало ли, что 6 ножек у кроватки не бывает. Зато стоять будет прочно. День у нас прошел тихо. Мы с Мишкой сидели по своим углам и ждали звонка из больницы. Я его не трогал, он меня тоже. Потом мы проголодались. За ужином я налил Мишке щей, а сметану велел из холодильника самому достать. Я ему не официантка. Сам рядом сел, книжку перед собой поставил. Читал за едой, зачем время терять. Мишка горбился над тарелкой, хмурый такой, носом шмыгал, ложкой по дну стучал. И когда суп глотал, вот так чавкал и втягивал в себя жижу, что я дергался. Стук, бряк, шмык, вот чувствую, раздражает он меня. Ешь потише. «Отстань», — огрызнулся Мишка. И, кажется, еще громче начал суп в себя засасывать. «Хватит чавкать, ты не свинья над ботвиньей», — повторил я очень спокойным голосом. «Тебе что, мешает?» «Мешает».
А мне твоя книжка мешает. Ты не дятел в библиотеке. Надо есть, а не читать. Мы ложки на стол положили. И уставились друг на друга. И вижу я, Мишка меня боится. Ну, во-первых, я старше. Во-вторых, мамы-то дома нет. В больнице его мама, сгуль. Мишка струсил, но глаз не отвел. А потом протянул руку. И закрыл мою книгу. Надо ж, какой наглый. Я книгу снова открыл. Ну, говорю, рискни. Закрой еще раз. Мишка сидел-сидел. Дышал-дышал, как паровоз. А потом вскочил и пулей в свою комнату кинулся. Ищи не доел. Вольному воле. Хочет сидеть голодным, пожалуйста. И тут раздался звонок на мой сотовый. Мира позвонила и сказала, что все хорошо, что Гуль вот лежит, передает привет. И дала Гуль трубку, в которую сестра слабеньким голоском сказала: «Пашечка, я живая, не скучай». Ну и все. Отбой тревоги. Мира сегодня будет ночевать в больнице с Гулькой. Я ее заверил, что у нас все нормально, а что в самом деле нормально, ну не подрались же мы. Мира хотела еще с Мишкой поговорить. Он на днях сотовый свой посеял, так что ему самому она позвонить не могла. Но я... Ну, я почему-то наврал, что сейчас не дома, за хлебом иду. Вернусь, мол, через полчаса, перезвони нам. А лучше перед сном. Врать я не люблю, так что глянул в запас и решил, что хлеба и впрямь не мешает купить. Крикнул в сторону Мишкиной двери, что я в магазин и потопал. Можно было купить буханку в ларьке на перекрестке. Но мне хотелось побродить подольше, так что направился я в супермаркет. И там просто слонялся по рядам. Глазел на товары, пока на меня не начала коситься охрана. Тогда я быстро кинул в тележку хлеб и молоко и пошел к витрине с журналами. А тут уже можно зависнуть надолго, пока все интересное не перелистал, кассам не двинулся. Домой шел тоже нога за ногу. Еще на крыльце мне почудилось, что из дома доносится какая-то музыка. Мишка телевизор смотрит, наверное. Мешать ему не хотелось, так что я зашел тихо, стараясь особо не греметь дверью. Но музыка доносилась из бабушкиной комнаты. А там телевизора не было. Там стояла старенькая пианино. Старенькая, но вполне рабочая. Когда Гуль начала учиться музыке, пианино настроили, подлатали. На пианино играл Мишка. Сидел и играл, как настоящий музыкант. Что-то тихое, грустное. И нот перед ним не было. Мишка хорошо играл. Потом у меня под ногой скрипнула половица, у бабушки в комнате самые скрипучие половицы. Мишка подскочил, крышку захлопнул, на него обернулся, лицо перепуганное, как будто его не за игрой на пианино, а за поджогом дома застукали. И вдруг я вижу, что глаза у Мишки красные. «Чё ревёшь-то?» — спрашиваю. Сейчас ответит: «Я не реву», а он мне говорит: «Ничего. Из-за Гуль переживаю и по маме скучаю». И вижу, ляпнул он и сообразил, какую глупость сказал. То есть я понимаю, что он имеет право скучать по маме. Ну, во-первых, он маленький еще. Во-вторых, я же скотина, не дал ему с Мирой поговорить. Он даже и не знает, как там дела. Но сам Мишка явно думает, что сморозил страшную бестактность, потому что у меня мамы вообще нет, а он, представьте себе, по своей к вечеру скучать начинает. Ну и скучает. Имеет право вообще-то. Вон он за мою сестру переживает, а кто она ему? Никто. Просто подружка. Так что я быстро сказал, что там в больнице все нормально. Мишка кивнул. И мы опять уставились друг на друга, как идиоты. Потом Мишка буркнул: «Если тебе мешают звуки, которые я издаю, то извини». А руки в кулаки зажал, упрямый осел, да и только. Но я чувствую, злость у меня совсем прошла. Да, не любит меня Мишка, так ведь и я его не очень-то. Я хотел в своем доме жить, он в своем хотел. Может быть, он до сих пор по своей квартире скучает и злится, что из-за нас чуть не все в жизни поменять пришлось. Маленьких ведь особо не спрашивают, им приходится идти туда, куда взрослые ведут. На Миру он наезжает, наезжать не может, вот и психует. И тут я вдруг сообразил, а Мишка музыкой-то сейчас не занимается. Раньше он к Гулькиной частной учительнице ходил, в том году вроде бы в студию при ДК Маяковского. А теперь там, который уже месяц, капремонт во всем здании. Я ему это и сказал, что он классно играет, жалко, что музыку бросил. Мишка плечами пожал, так по-взрослому, и говорит: «Я бы не бросил, но студия пока не работает.
Можно было пойти в музыкалку, только самое близкое от нас — это 5 остановок на троллейбусе, а потом проспект переходить. Маме вводить меня некогда, а одного отпускать она боится. Слушай, а ведь у вас дома даже пианино вроде не было. Не было. Мы 3 месяца в прокате брали, а потом мама с соседкой договорилась. Соседка совсем глухая, старуха, а инструмент у нее хороший. Мы с мамой даже хотели пианино у нее взять и к нам, значит, перекатить. Тоже как будто на прокат. Но соседка не согласилась, сказала: мне скучно, а тут хоть я и молчу, слышу, все ж таки живой человек, заходит и играет. Вот еще проблема, 5 остановок на троллейбусе. Да буду я тебя возить в эту твою музыкалку, делов-то, сказал я. А Мишка просто железный дровосек какой-то. Если удивился, то виду не показал, только... Уточнил деловито. 2 раза в неделю, 5 остановок до Белинского. А если тебя туда не возьмут посреди учебного года? Ну не возьмут, так не возьмут. Мишка, говорю, хочешь, я тебе свои картинки покажу? Ну, плечами пожал. Ну, давай, мол, свои картинки посмотрим. Да, лыжи надо вязать. Люди вообще очень смущаются, когда им говорю, что у меня мамы нет. А когда говорю, что нет бабушки, никто не смущается, потому что бабушек у многих нет. А вот чтоб не было мамы, это редко. Потом доктор спросил, умею ли я считать до 100. «А когда вы будете мне живот ножом резать?» – спросила я. Потому что меня очень интересовал этот вопрос. И еще, не забудут ли они сделать специальный замораживающий укол? Я в одном мультфильме видела человека лед и думала, вот сейчас мне сделают укол, и от места, куда уколют, побегут такие голубые замораживающие иголочки. И я сама стану человек лед. А льду ему, конечно, не больно. Только как же тогда они будут меня резать ножом? Но доктор посмотрел на меня с обидой. Что ты все ножом, ножом? Я тебе кто, разбойник с большой дороги, чтобы маленьких девочек ножом резать? Операции делают скальпелем. И я сразу поверила. Вы только послушайте, как это звучит. Скальпель. Сразу ясно, это такой специальный ножик для того, чтобы резать замороженных больных людей. «Ты меня со своими замороженными людьми совсем заболтала», — сказал доктор. «В общем так, лежи и считай до 100. Умеешь?» «Конечно, умею. Я уже во 2-м классе». «Великолепно», — обрадовался доктор. «Считать надо вслух. Начнешь, когда мы тебе скомандуем. И прислушивайся к себе. Как замерзнет у тебя левая пятка, так, значит, все готово. Заморозка сработала. И операцию можно начинать». И я лежала и прислушивалась к себе, но пятка никак не замерзала. Или замерзала. «Считай», — напомнил доктор. Я начала считать. 1, 2, 3, 4. А потом слышу: «Открой глаза». Живот как болел, так и болит. И мне так неудобно. Хвалилась, что умею считать до 100, а сама сбилась. И тут мне сообщают, что все уже прошло. Операция давно закончилась. «А почему у меня живот болит, как болел, так и болит?» – замутилась я. «А ты как хотела?» – удивилась медсестра. «Понятно как. Если мне лечат, например, больной зуб, он перестает болеть. Для того и лечат». Но медсестра мне объяснила. «У тебя в животе дырка. Ее зашили нитками. Конечно, она еще какое-то время поноет, а потом боль пройдет. Скоро пройдет. Потому что аппендикс, который болел у тебя внутри живота, доктор удалил». Когда я вернулась в свою палату, меня там ждала тетя Мира. И очень радовалась, что я жива и почти здорова, что меня ей вернули. Лялька меня тоже там ждала. Доктор Владимир Степанович сказал, что как только мой живот зарастет окончательно, так меня и отпустят домой. И начала я выздоравливать и дырку в животе заращивать.
Со мной в палате еще один мальчик, Колечка, лежал, маленький, 5 лет всего. И мама его тоже все время была тут. Покоя в этой больнице нам никакого не давали. То градусники с утра, то заходят полы помыть, то перевязка, то обед, а то обход. Как-то вечером медсестра сказала, чтобы завтра мы с утра были готовы к профессорскому обходу. А утром прибегает и кричит: «Ой, мамочки, это что вот у вас делается? Профессорский обход уже начался. Давайте, давайте, скорее убирайте все с тумбочек, что не положено». Я сначала подумала, она так причитает, ну, знаете, как люди, когда пугаются, вскрикивают: «Ой, мамочки!» Но потом поняла, она так тетю Миру и Колечкину маму называет «мамочки». Колечкина мама сразу вскочила и начала хлопотать, убирать с тумбочки вещи. У них там, как у нас, примерно то же самое. Телефон сотовый лежит, альбом, что прессовать, карандаши, чашка, ложка, книжки. Колечке мама читает сказки про братца кролика и братца лиса. А у меня на тумбочке книжка про цирк, такая толстая, оранжевая. Мы ее только-только читать начали, как этот профессорский обход случился. Только тетя Мира почему-то ничего с тумбочки убирать не стала. Колечкина мама, как все с крышки смела внутрь и по сумкам распихала, так сразу увидела, что моя тетя Мира ничего такого не делает. «А вы почему не убираете вещи?» Тетя Мира засмеялась. «Зачем их убирать? На тумбочке все чисто, все в порядке. Так что не понимаю, чем наши цветные карандаши, чашка с цыпленком и книжка могут ранить душу профессора». Но Колечкина мама не сдается. «Так ведь велели! Так ведь профессор!» «Ну так и что, что профессор? Он нам не генерал, да и мы тут не солдаты». А я лежу и думаю, медсестра профессора боится, Колечкина мама боится, только мы с тетей Мирой почему-то не боимся. Тут двери отворяются, и заходит толпа народу. Всю нашу маленькую палату сразу заполнили. Впереди всех красивая женщина. Лицо у нее старое, а волосы молодые, яркие такие, рыжие-рыжие, как у лисы. Рядом с ней наш врач Владимир Степанович. А сзади еще разные врачи и медсестры. И та медсестра, которая нас профессорским обходом пугала, тоже. Владимир Степанович стал про меня этой красивой женщине рассказывать. А она радовалась, что у меня все хорошо. Потом она мой живот сама хорошенько рассмотрела, спросила, как я себя чувствую, что делаю, и сказала: «Отлично, скоро пойдешь домой». И пошла Колечку рассматривать. А на обратном пути опять около меня остановилась. «Это кто у тебя, зайка или медвежонок?» «Это лялька». Я думаю, что она не медвежонок и, наверное, не зайка. Но точно не знаю. Никто не знает, только моя бабушка знала. «Тайна?» – улыбнулась женщина. «Да», – кивнула я. И мне захотелось еще немножко с ней поговорить. «А скоро профессор придет?» – спросила я эту рыжую женщину. «Это какой профессор?» – подняла она брови. «Это такой высокий, толстый, с бородой и с круглым пузом, да? В очках». Я подумала секундочку и решила, что да, наверное, профессор именно такой. Его тут все ждут уже второй день, ждут и боятся. А он не приходит почему-то. «Боятся, говоришь?» – хмыкнула рыжая женщина. «Ну да, понимаю. Я его тоже боюсь. Бородища такая, очки, как тут не испугаться?» А сама вокруг посмотрела. Наверное, ей неудобно, что она в такой толпе одна боится. Только я-то точно знаю, что медсестра тоже трусит. «Не бойся, детка, сегодня он уже не придет. И завтра не придет. А там, глядишь, тебя и выпишут. И пойдете вы с мамой домой». Ей я почему-то не стала рассказать, что у меня нет мамы. А потом все ушли. И тогда я тете Мире говорю: «Жаль все-таки, что профессор не пришел». «А ты его совсем-совсем не боишься?» «Совсем-совсем», — улыбнулась тетя Мира. Тетя Мира гораздо красивее Колечкиной мамы и смелее, и читает вслух интереснее. Колечкина мама бубнит все на одной ноте, ничего не разберешь. А тетя Мира читает так, как будто это радиоспектакль, только музыки не хватает. И еще я тетю Миру называю теперь на «ты». Сперва так нечаянно получилось само, а потом я с Пашей посоветовалась, когда он приходил нас навещать. И Паша сказал, что когда люди познаются в беде, они сближаются, и тогда можно без церемоний. Как люди познаются и что такое церемония, я не совсем поняла. Но Паша добавил, что мы с тетей Мирой прошли вместе через смертельный риск, и все закончилось хорошо. Никто никого не подвел, и поэтому пусть будет на «ты».
Мы дома. Гуль жива и здорова. Дома тепло. На улице совсем зима, и скоро Новый год. Люди готовят подарки втайне друг от друга. Они положат их под елку, потом будут разворачивать и удивляться. Но я-то знаю их секреты. Мишка дарит маме шерстяные носки. Представляете, он связал их в кружке рукоделия. Странный мальчик умеет вязать. Гуль, он дарит купленные на карманные деньги стеклянные бусы, а Паше – акварельные краски. Такие подарки, потому как Миша переживает, что в доме холодные полы и у мамы мерзнут ноги, и считает, что Гуль красивая, и ей подойдут красные бусы. И хочет, чтобы Паша рисовал не только черно-белые картинки, но и цветные. Гуль дарит Мире сваленного из войлока ангела, Паше диск с английским словарем, а Мишке дорожные шахматы. Она хочет, чтобы ангел стоял у Миры на работе у зеркала и очень уважает Пашу за то, что он так хорошо знает английский. А с Мишкой она собирается играть в шахматы. Паша обещал научить. Паша дарит Мире ее портрет и очень волнуется, что получилось не похоже, ведь рисовать с натуры он не мог. Мишке он дарит диск «Лучшая фортепианная музыка». А Гуль – сборник сказок, потому что Паша думает, что в доме должны висеть не только портреты потомков Тирсовых, но и портреты Горенковых тоже. И Паша любит покой и порядок, ему приятно представлять, как малыши будут читать сказки, слушать хорошую музыку. Мира дарит Паше папку, в которой она начала собирать Тирсовский архив. Она нашла фотографию Тирсова в сборнике, посвященном истории университета, отсканировала ее и напечатала. Тирсов серьезный, в очках и с бородкой. Паша наверняка будет всматриваться, что в нем от прадеда. В папке есть еще библиография тирсовских статей, которые Паша сможет прочитать в университетской библиотеке. Ну и еще она дарит Паше теплый свитер. Мишка получит от нее конструктор, а Гуль – игрушечный, но вполне работающий микроскоп. Розового цвета в розовом чемоданчике. Мира долго разведывала у Мишки, чего хочет Гуль, а у Гуль, какой именно набор нравится Мишке. Надеется, что поняла все правильно. А на одном окне уже висит новая штора. Цвет густого прозрачного меда и апельсиновых корок цвета старого кирпича и огня в печи. Вторую штору Мира как раз подшивает, напряженно глядя на ползущую под гребенку Шуриного Зингера ткань. По радио незнакомая старинная певица голосом, так похожим на Шурин, поет ее любимое танго. И Мира, с озабоченным видом склонившись над швейной машинкой, тихонько подпевает. «Не жди признаний иных и трепетных слов, светла, как вешние сны, моя любовь, танцуй танго». Мне так легко, позволь поверить, что сбудется радость счастливых снов. Хорошо, что я пошел прямиком домой. Дома тепло. Сейчас Яна Тумина прислала мне смс, но я не могу вам не прочесть ее. Вчера было зимнее солнцестояние, а сегодня вы все познакомились с книгой, которая дает надежду на солнце. Вы все ощутили сегодня, как солнце нас согрело. Спасибо всем большое.